Йоу, ребята, всем привет, на связи Сулик2407, и сегодня мы хотим показать споты на наш райд. Погнали! Погнали! И первый спот, с чего начнется наш стрит-райд, это спот Бенки по адресу Республика 4. Этот спот славится тем, что здесь можно погриндить, сделать мейновые связки и подропать. Начало сбора здесь 12, мы будем здесь всех ждать до часу. Потом прокатаемся тут примерно 30 минут и покатим дальше по спотам, которые будут в этом видео. Так что не переключайтесь. И погнали дальше, let's go! Йоу, я перехватил микрофон у Сулика и хочу вам быстренько рассказать про рекомендованные трюки на этом споте. Вместо того, чтобы просто делать постоянно балансы, трюки с баланса, трюки на баланс, я рекомендую вам поделать бланты, потому что никто там не делает их, и я лично за них буду давать больше баллов. Ребята, следующий наш спот. Это 8 ступеней, легендарный спот. Я на этом споте делал треху фуллвип на бар. Вот. Вот так вот они выглядят. Здесь можно прыгать со ступеней, на ступени. Там, если у кого-то фантазии хватит, там еще какие-то трюки можно сделать. Вот. Вот так выглядит. Всем здравствуйте еще раз. Опять я со своей рубрикой. Это рекомендации трюков на споте. Как вы знаете, 8 ступеней являются очень заезженным спотом. Трюки здесь делаются чисто в дроп. И мои рекомендации здесь – это делать трюки более немного креативнее. Так как вы можете прыгать вон отсюда в угол, во флэт. Также можно с тех ступеней прыгнуть на фейки и халфкапнуть с них. И лично я запрыгивал на эти ступени. Или можете сделать просто что-то, до чего я сам не додумываюсь. Просто креативьте, и я дам за это больше баллов. Всем здорово еще раз, мы находимся на третьем споте. Это такой вот дропчик на Теренкуре. Дроп составляет из себя небольшой бордюрчик и его скат. Сразу пробежимся по рекомендации. Рекомендаций особо нету. Просто катайтесь, покажите, на что вы способны. И все. Четвертым спотом у нас также является Теренкур. Тут у нас два прекрасных угла, как и под регуляр, так и под гуфи. Также у нас есть прекрасный уллрайдик, он тот. С него тоже можно миллион трюков сделать. Рекомендаций на споте также нету. Просто покажите себя. Покажите свои лучшие трюки и все. Пятым спотом все так же является Теренкур. Это будет флэт, но это не просто флэт. Тут также будут стоять флэт-перилы. Рекомендаций также нету. Единственное, что вас ограничивает, это ваша фантазия. Так что покажите себя также и все. Всем привет, я Шманов Рустем. Я подкатил к нашим парням и хочу рассказать о шестом споте в нашем списке. Это белые грани. Тут есть грань, ступеньки и подкат. Рекомендаций по трюкам нету, но хочу сказать одно. Будьте техничными. Снова я к вам вернулся, с вами Сулик2407, мы находимся на споте Опера, это заключительный наш спот, где мы разыграем в конце призы и немножко покатаемся, а именно на даблсете и на граньках. И, кстати, это мероприятие заряжает Gorilla Energy. Всем респект!